Ага. Почти страйк. Надо вот так мяч держать. Ага, ага. Сейчас, Ксюх. Сейчас покажу. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего, не спеши. Нормально. Ну ничего. О, Ксюха, давай. Эй! Ну ничего. А, фол. Нормально. Нет. Да.
Ксюха. О, молодец. Давай, 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 давай. Почти страйк, молодец! Последняя кегля. У меня 95. Не, пап, это будет не страйк уже. Страйк только с первого раза, если ты все вышибаешь. Да? Да. А ты со второго? Нет, сейчас я с первого. У меня уже было, наверное, со второго. Вот, видите, как Миланку правильно кидает? Миланку правильно кидает, вот у нее надо учиться. Еще им будешь попадать. Только не промахнись. Нормально. Нормально. Ну, давай. А. Ксю, подожди, Ксю. Все, давай, давай. Отлично. О, страйк нет. Чуть-чуть. Я кидаю всеми розами такие. Эх, поспешила, Милан. Или пинай. Не спеши, Милась. А красная это сколько килограмм? А там по-разному. Красный, ну по-разному. Красный это 9. Который такой больше, как розы. О! Давай, Ксюха. О, молодец! 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 Молодец. Отлично! Если бы она была ровная, она бы вот так вот лежала, как здесь. А там она какая-то вот, потому что... Она не ровная! Там рядом, там бугорок какой-то. Отлично! Есть. Молодец! Не таким не стреляешь, как говорится. Только один шар у меня, крути пальцами. Ну, видишь, как Миланка кидает? Она правильно кидает. Соответственно, сразу вот, почти, вон одна осталась, почти. О, сейчас смотри, собьет Миланка. О, молодец. Молодец. Нормально, он почти страйк. Давай. Молодец, все, почти страйк выбила. Почти страйк. О, сейчас точно страйк сейчас будет, наверное. Почти, видишь как. Здесь сила в самом деле не нужна, здесь надо просто четко выпадать.